со мной. О, это просто бабка. Всем привет. Рады видеть на моем канале Зелька Плей, я Наташа. Мы с вами играем в Granny Chapter 2. Но не простую Granny, вроде бы как это мод. И я немножечко сломана, потому что я думала, что они будут докторами. Но пока что что-то как-то без малейших намеков на то, что они доктора. Ну что ж, мы с вами сейчас на это с вами посмотрим. Быть может, я ошибаюсь, и это даже не мод. И меня обманули. Но в любом случае, подписывайтесь на каналчик, поддерживай лайком, а я нажимаю кнопочку Play. Нормальный уровень сложности пусть у нас будет дед и бабка, конечно же. Но я надеюсь на то, что дед и бабка сейчас у нас будут медсестричкой и доктором. Ох уж эти ролевые игры бабки и деда. Кем они только у нас не были с вами. И этими, и теми, и десятыми, и пятыми. Так, мы, кстати, во второй части... Май, не, ну смотрите-ка, мы, судя по всему, не в подвале, а в вип-палате. Вип-палата, знаешь, что такое? Ну вот, это вип-палата для людей, так, немножечко за чертой бедности. Ладно, хорошо. Май, а выглядит-то неплохо, кстати. Выглядит вполне себе... Ой, какие милые дети... Ха, дед, смотри, как будто из операционной вышел. Дедушка, привет. Да посмотри на него. Ля, какой красивый, молодой. Какой ты интересный парень. А бахилы что не надела? А как же... Иди же, оно не идет. Он не работает. Мод какой-то кривой. Меня просто закрутилось. Закрутилась. Завертелась. Ты попалась. Тара-та-тара. Две минуты, и я уже умерла, представляешь? Чувствую, это будет очень жесткий мод. Потому что я нажимаю ему идти в одну сторону, он идет в другую сторону. Он неуправляемый. Ты видишь, что происходит? Ты видишь? Ты видишь? Это не я. Я это не хотела. Давайте сейчас без деда, плиз. Так, это наш кузнечик. Блин, мне даже страшно. Смотри, там все в этих самых, в пилюльках. Кабинет, можно? Я войду в кабинет. А это что, мензурка? Или это что-то... Из категории 18+. Вместо мазохиста здесь не хватает. Бабульчик. Бабульчик-то вся в крови. Бабулька-то у нас девка, что ли, стала? Девка помолодала? А почему нету... Нету здесь двери, смотри. Да вылези из-под кровати. Дундуляк. Дундуляк. Я беру вот эту штучку. Здесь пусто. Так, аккуратно только. Ха! Обманули дурака. Ладно, здесь, значит, нет у нас прохода. Дверку кто-то окном-то заэтовал, ты прикинь. Ладно, давайте кидаем. Пусть идет, проверяет, кто там ходит. Кто там ходит и что он делает? А это что это? Клизмочки, ванночки. Все как у бабушки. Ничего себе! Я даже готова ради этого умереть. Мама мия. Ого. Она старая развратница. Ничего себе. Ты видал, какие у нее сиськи? Вот это, таких сисек мы еще с вами не видели. Это топовые сиськи. Топ бобец. В реальном времени. Капец, ты видел? Она еще такая развратная. Такая вся. Ничего себе. Это точно Granny? Это точно не что-то 18+, потому что что-то я такая смотрю, а Granny-то слишком-то женщина-то развратная. Конечно, понимаешь, что ей надо деда как-то совращать, но не настолько же открыт. О, свечка, смотри-ка. Возьмем свечку. Я не уверена, что я сейчас смогу выиграть как-то, потому что мод достаточно такой, знаете, кривоватый. То есть как бы он неплохой, но он чуть-чуть так кривится, и меня это немножечко бесит. Дед, посиди там по-братски. Так, кузнечик, я надеюсь, это сработает, потому что, ну, если не сработает, ну, это печально будет. А пистолета тут нету, нет? Нет пистолета? Пистолет не работает? А кузнечик где? А чё кузнечика не нарядили? Ну, хотя бы кузнечику там пипиську лишнюю пририсовали бы, ну. А то он что-то у нас это такой. Не при делах. Ладно, давай. Можно я пойду? Да выйди, я застряла. Что делать, если ты за... Кузнечик, зачем ты позвонил? Тут я же здесь. Я не знаю, на самом деле, как лучше поступить. Давайте, раз у нас есть вот эта штучка, мы и воспользуемся. А чё бы, собственно, и нет.
будет опущена. Лучше кого-то опустить, чем никого не опустить. Понимаешь? Вот это... Где моя... Иди... Вот это секс... Иди сюда, сексуалка. Ты посмотри на нее. Вот это секс. Вот это буря. Подожди, буря, стой. Ну-ка, иди сюда, мы на тебя... Вот это у тебя сися. Вот это я понимаю. Женщина-загадка. Баба-сватья Бабариха, как писал Пушкин. Посмотри, какие у нее баребухи большие. Прям такие, оп. И прям на это, на пупке, знаешь, его так вот надсадиться, сиськи поднимать и на стол класть. Только так. И это не Биг-Мак. Вот это да. А я сначала думала, что она в крови. Блин, ну кузнечик лох, конечно. А это, оказывается, полоски. Хорошо, что полоски не две, а то бы это значило, что она беременна, а полоски как бы три. Значит, пока что не беременна. Значит, это для тебя не временно. Давайте вот это вот кину. Оно мне больше пока что не нужно. Блин, жалко, у меня нет ключей, я бы выстрелила бы. Ой, смотрите, стоит моя красотка. Маникюра жалко не хватает, красного. Под тон лифчика. А то как бы лифчик видно, а всего остального не видно. Ну что это? А дед не хочет пойти поспать? А может быть хочет? Ой, ой, заходи, заходи, заходи. Не надо, не надо, не трогайте меня. Пожить, пожить. Дайте, пожалуйста, пожить немного. Ну кривовато, конечно. Да что там, пилюльки? Какие-то пиписюльки, чаши. Ужасно выглядит, конечно. Мне прям не очень нравятся вот эти текстурки, но ладно. С другой стороны, а что нам, пацанам? Эй, я что-то застреваю. А что я застреваю-то? Ладно. Как говорится, перед смертью не надышишься, да? Куда ты пошел так быстро? Ля ты резвый, я смотрю. А тут что-нибудь есть? Нет, смотри. Вообще ничего нет, только душ. Ля, два капкана поставила. А ты не охерела два капкана-то ставить? Что такое было? А, это дед там долбится, я испугалась. Ну не надо, зачем? Она же меня услышит. Ну, баба. Ой, баба, баба. Баба! Баба за рулем! Бежим! Что мне делать с этой бедой? Дед за бабкой бежит за мной. О, о, это просто бабка. Тихо, перестань так делать. Блин, может быть, лучше вот так управлять, а то меня прям это напрягает, то, что мне залипает кнопка эта, и я могу немножечко куда-то не туда пойти. Мы рискуем, мы и так две жизни просто так потеряли. Мы один раз посмотрели на деда такого красивого, а второй раз мы просто не смогли не посмотреть на вот эту прекрасную, помрачительную красотку, сексуашку, обаяшку, грыняшку. Ну ты просто посмотри, какая она секси. Ну ты когда-нибудь видел еще настолько сексуальную тёлку? Нет. Таких сексуалок больше в мире нету, понимаешь? Что она делает? Только не поворачивайся. Кажется, она лысеет. У нее все хуже и хуже. Только не звони, только не звони. Ушла? А чё ты стоишь там? Вообще нормально? А где дед? Дед! Я сейчас чувствую, вспомню говно, вот и оно будет. Ну, отодвигайся. Ну, пути, ну, пути. Ой, я прошла, я прошла, я залетела сюда. Ну, как это, залетать-то не очень хочется, но я зашла. Как бы, если я сейчас залечу, мне тут сразу все примут. Ну, вот этот мне ремонтик нравится такой, знаешь, медсестринский. Все как доктор прописал. Нам надо взять вот эту канистру. А где дед-то? Дед. А может, дед устал? Ой, давай, давай, я кое-что нашла, это нам с тобой, ой, как пригодится. Если у нас сейчас с тобой будет этот самый дрововик, мы с тобой это сможем пройти, говно-то все. И деда прижахнуть, и бабку, и всех. А я даже не знаю, где дед. Он где-то исчез.
Может, он спит? Дед, ты спишь или ты что-то? Где там? Главное, чтобы он сейчас тут не был. Дед, спишь? Не, дед уж исчез. Дед исчез. Все, смотри-ка. А ну-ка, сучкина мать. Где ты там? Гренни. Дед там решил потанцевать. Ну, давайте, я вас жду. Я вас жду. Я стреляю. А где все-то? Может, это бабка решила послушать, что она не идет ко мне? Дед, 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 дед. Лежать! А бабка где? Ха! Профессионалка! Лята, шо? Женщина, я не готов. Это, пропустите, пожалуйста. Пустите. Ну пусти! Ну пути! Ля, ты видал, она меня не пускала, разлеглась. Ты такая красивая, такая хорошенькая, такая прям сладкая булочка, ну. О, сейф-ключ. Короче, предлагаю все пока что скинуть сюда. Ну, чтоб время зря не терять. Как бы, а что мы будем зря терять время? Нам не надо терять зря время, да? Потому что мы же хотим выжить здесь, в этой игре, правильно? Поэтому пожить, пожить. А шокера нету. А почему нету шокера? Кто-нибудь мне объяснит? А где шокер? А как же шокер? А я думала, у нас будет шокер. Да куда ты залезла, гос? А нет, кузнечки, еды. Я тебе сочувствую, но еды нет. Еды нет, но вы держитесь. А что поделать? Ну вот так. А что? Ну вот тяжелые времена. А как думаете, бабка уже возродилась или не родилась? Если не родилась, то у меня все в принципе хорошо. Резко подошла. Она меня напугала. Ё-моё, а какая у нас жизнь? Четвертая уже? No. Мы не должны с тобой проиграть. В смысле? Это что за прикол? Да я тебя сейчас ударю. Переставай вот это вот так вот себя вести, как хрен пойми кто. Ну что ты такой глупый? Ну-ка дай-ка мне вот это сюда. Сейчас я вам продемонстрирую кузькину мать. Что ты меня осию? Да иди ты, госту. Разворачивайся, давай. Дед, иди сюда. Дед! Дед! Дед, пердед! Дед! 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 Ух, вот это вот в пердельню получил. На пердельню! Вот так вот. А ты что думал? В сказку попала? 10 раз ты, ага. Сказку она. Да я ж тех прекрати. Так, раз. Смотри, здесь оставляем вот это вот два, потому что... Как я выстрелю, если у меня нет шокера? Ключ от лодки есть, это... Неплохо. Да куда ты пошел? Куда он ходит, я не пойму. Объясните ему, что он не туда идет. Он не умеет играть эту игру. Не умеет, и все. Все, спускаемся, пацаны и девчоночки. Так, смотри. Берем с вами вот этот чопик для жопик. Чопик в попик. И смотри, открываем, смотрим, что там у нас в сейфе. Да входи ж ты! Ручка. Ага. Ну, как бы неплохо. Но не совсем, что мы планировали. А я совсем планировала не это. Блин, я не понимаю, как оно лучше играет. Оно вроде бы и так, но как бы и не так. Как-то она тупо работает, то ты видишь, что делает? Ты что делаешь? А у меня нету до сих пор этой фигни. А она, наверное, у кузнечика. Хотя, с другой стороны, я могу сбежать и так. Я могу... А, не могу. У меня нету подлокки. А что вы мне предлагаете, кузнечика, что ли, это самое?
Да у меня даже шокера нету. Как же, его же медсестра откачает. Да в смысле? Деда! Дед, не надо. Беги. Беги, глупец, беги, ты сможешь. Я в тебя верю, оно не работает. Нас не догонят. Или догонят. Я бегу, жить хочу. Пожалуйста, папа. Что ты делаешь, дурачок? Не надо. О, я могу на деда посмотреть. Дед, а ты ничего такой. Но бахилки не хватает, и шапочку надо на головку надеть, а то волосня попадет на операционный стол, и все. Судебный иск. Не мне тебе рассказывать, как эту жизнь жить, дед, но походу ты ее не знаешь. А он не уходит, да? Мне бы где-нибудь патрон бы найти. Я видела 2 там наверху. Вот. Если я пройду, то все будет хорошо. Ой, он так хавает смешно. Так, бежим. Просто бежим на 2-й этаж в наглую. Типа, мы моложе, мы быстрее, мы умнее и... Да и... Беги ты, глупец! Давай! Соберись, тряпка! Поднимайся! Вот это прикол! Не, ну ты прикинь. Не хватало нам еще тут это? Не дойти? Да, молодец. Да прекращай вот это вот. И что вы мне предлагаете? А ну вот эта штука, она откроется? Ага. Поднимайся, глупый. Ну, а у меня только такие, понимаешь? У меня риски. Мне надо надеяться, что тут лежит что-то хорошее. Ключ от подвала. Ого. Бежим, просто бежим. Бежим, сверкая пятками. Оп. Она пыталась добежать, она пыталась бежать, но что-то не получилось. Последний день уже. Не, ну я бы могла бы я пройти этот мод, но я не могу его пройти, понимаешь? Просто, ну не хочу вот такой, конечно, он очень простой для нас с тобой. Мы же с тобой такие профессионалы, поэтому нам... Да куда? Вот ты сам пошел, да? Я даже еще нажать не успела, ты сам уже пошел. Нет, ну ты видел этот прикол? Оно само ходит уже, понимаешь? Он настолько самостоятельный, что ходит сам. О, дед. А куда ты идешь? Надеюсь, ты не в подвал? Потому что если ты не в подвал, то я тогда в подвал. Не надо, дед. А я так старалась. Ну ладно. Могу сказать, что этот мод был неплохой, но кривоват, конечно. Сломанный был, поломанный. Но ничего страшного, зато какая здесь колоритная Гренни. Ты просто посмотри, такой Гренни у нас еще с вами горячей штучки не было. Или была, пиши об этом в комментариях. Подписывайся на каналчик, а мы скоро с тобой увидимся. Пока!